В Нижнем Тагиле пьяная горожанка украла трехмесячного сына у подруги, а потом требовала деньги за его возвращение. За 10 тысяч рублей женщина обещала рассказать, где находится младенец. Его она оставила прямо на улице. Ребенка 28-летняя тагильчанка унесла из дома. Когда хозяйка отлучилась, оставив малыша с нетрезвыми гостями, похитительница положила его в коляску и увезла. Правда, недалеко, в соседний двор. Потом она вернулась к застолью и предложила матери выкупить сына за 10 тысяч рублей. Тем временем местные жители передали мальчика медикам. Он выпал из коляски. В больнице его и нашла родительница. Полицейским подруга шантажистка объяснила, что хотела лишь увести малыша от плохой мамы, но случайно потеряла. Доля правды в этом есть. Женщина любит выпить и уже имеет срок за торговлю наркотиками. Впрочем, ребенка тагильчанки все же вернули. После того, как уже сотрудники полиции с ней побеседовали, привлекли ее к административной ответственности, то есть поставим на учет во все субъекты системы профилактики, проверим, а жилищно-бытовые условия были проверены, и ребенок возвращен из больницы.